Сегодня у нас 7 августа 2019 год. Вот мы приехали на Рыжковский пруд на машине с братом Сергеем. Вот тут вот бульдозер работал, вот видно его, площадка за ним осталась. Поднимал дамбу высотой. И вот тут он нагрудил, вот решили немножко прокопаться, чтобы ходить можно было. Ну и вообще какие-то недостатки убрать по дамбе. Вот что он тут натворил. Такие кучи наворотил. Вот, дождей уже давно нету. И покрывается тиной все это. А вот где у нас храмовый пруд, там вообще все затянуто. Потому что там маленький он пруд, а тут большие объемы еще спасают. Все, мы разравнили, чтобы ходить можно было. Он когда сделал, я попросил вот 7 таких поставить чашек, чтобы потом было, если это прорвется, засыпать. Угу. С одной стороны это все сделать надо. Но он стал намного лучше. А? Намного лучше стал, говорю. Кто? Да. Дамба. Ну еще бы. Все как надо. Вот, больше ничего не надо. Для прохода. Следующий там. А постепенно ходить будут, растопчат. Все справа, с одной стороны. О! Вот это, смотрите. Это кто? Это какой-то зверь. Какая-то птица. Ну, что-то сильно мощно. Да. Богаток. А ты еще не с последней начал? Он с последней начал? Или там возле слива надо было? А-а-а. Брат, чуть поширче делай. Видишь, он поширче делал. Вот видишь какой? Тут тоже рязка появилась. Да. Ну дождей нету даже. Появляется. Ну. Что я сделаю? Иди. Еще вот. Я тоже участвовал. О, как он хорошо тут заровнял-то все. Я смотрю, тут здесь больше преобладает земля, да? Да. Чем глина-то. Верхний слой. Угу. Ну, он такой заезд сделал хороший. Очень даже. Ну, можно посюда заезжать будет уже. Смотри, какая ширина-то. Вот уже все до самого основания расширил он. Вон он, видать. А как дальше? Да. Только так. Он сначала туда заталкивал. Да. Что-то не важно. Накидай вот сюда между этим, хотя бы. Сейчас перейдите чуть-чуть. Потому что тут будут ходить. И не кто-то, а мы сами. Ну, здесь будут обходить, где наименьшее сопротивление. Маленький участок. Так. Да, шикарно сделано. Конечно. Вот как. О. Это
можно потом поднять бы. Вот этим он бы не свалил, если бы тут была такая земля. А тут она, видишь, травой, она его не пропустила. Стоп. Это я его побудил, так много сделал. Тут не разгиб, не разгрести. Эти-то что, поднять надо же? Поднять можно. Теперь убрать бы вот это, ладно пока. А потом не зайдем. Мне желательно поднять, но вряд ли. Надо вот это сначала убрать. И еще. Это верхний слой. И он оказался очень мощный. Обычно немножко. А она тут, если это убрать, она и поднимется. Давайте я попробую. Давай, все, уже. Че, сеть? А все. А, на. Ой. Это мы на Рыжковске пришли. Вон Сергей. Выравниваю, чтобы ходить. Все. А ну-ка, постой-ка, я сойду вниз. Ну все, можно попробовать. Нет, 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 сало убрать, убрать, шерсть освободить надо. Вот я спустился вниз. Да жерсть, жерсть полностью освободить. И там столб освободить. По-другому никак. Она ему не даст даже пошевелиться, столбу. А стоп, там еще его, стоп. Эх, подальше маленько, лопату портишь. О. И дальше вот тут столба, которая пробить. А ты там дальше пробивай, жерсть освободить надо. Восстановить столб. Дальше-то проверить, чтобы не пойдет стоп. Стоп надо дальше освободить от земли. Володя, сюда спустись лопатой отсюда и освободи его. Тогда он наклонится. Все, однако,